Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Trady. Мы с вами продолжаем играть Мега Нуб Симулятор. И мне, ребята, доступна новая локация. Давайте мы с вами переместимся вот сюда, где мы с вами были в прошлом видео. Здесь нам надо с вами сейчас вот сюда вот наверх подняться. И там, ребята, нас ожидает стенка, которую надо сломать. Я ее не ломал, кстати, возможно, она уже будет сломанная. Давайте мы сейчас с вами посмотрим. И вот таким вот образом переместимся. И главное, конечно же, не упасть. Да, смотрите, стенка уже сломана, ребята. И нам путь открыт. Вот сюда. Тут, смотрите, у нас итем. Ого. Новый какой-то, смотрите, ребята, мега-нуб. А это бекончик, смотри, какой, а. Мускул-нуб. Мы с вами с ним справляемся. Так, вот новый у нас тут крейт. О, это аватар, смотрите. Прикол, ребят. Так, давайте посмотрим. Нас интересует именно на силу. Во. Ага, во. 1,5%, ребят. Давайте попробуем открыть и посмотреть. Может быть... А, да, нам выпал аватар. Давай дальше. Еще аватар. Нас он не интересует, ребят. Нас интересует что-нибудь редкое. Нет. 1% нас только интересует, ребят. Ну-ка. Снова аватар. Давай. Снова аватар. Ну, ребят, тут сложно, конечно, будет получить вот этого. Их, смотрите, всего 10 штук, но они реально крутые. Хотелось бы его получить. Ну, давай еще раз откроем, посмотрим. О, это 10% шеф эпик. Но 1%, конечно, будет, ребята, сложновато, да, получить. У меня 17 миллионов. Давайте мы с вами еще откроем, потому что можем это себе позволить, да. Там, кстати, что-то прям такой эффект был, как будто сейчас выпадет нам с вами... какой-то редкий. Но, смотрите, выпадает только один аватар. Маг воздуха. Так, ну ладно. Проход дальше у нас вот здесь. Там нас ожидает какой-то жирный босс. Давайте мы с вами чуть-чуть поднакопим. Нам надо с вами, получается, 17,5. У нас, ну вот этого сейчас мы с вами уничтожим. И пройдем уже в новую локацию. Давай. Все. Я, ребят, могу пройти. Вот у нас проход открыт. И... так, что здесь такое? Вау! Это кто такой? Это босс? Подожди. Он блюет, смотрите в меня! Ты кто такой? А, его накормить надо чем-то? Погодь. А что, закрыто стало? Ой-ой-ой. Так, подожди, что мне сделать-то надо? Мне надо его чем-то накормить, ребят. Вот это что такое? Так. И что я сделал? Во! Еда появляется! Ага! И в него кинуть! Ага, я кинул, но не в него. Так, давайте вот так вот призываем. Где еда-то? Еще еду надо. А что она не призывается, я не понял, ребят. Черт. Лазер, да давай. Мне нужна еда. Где еда? Не вижу, ребят. Я сюда куда-то кинул, но походу в него не попал. О, во, вижу. Ну-ка, подбираем и прям в него вот так, в упор. На тебе. Во. 17,5 миллионов. Так, ладно, мы с вами сейчас, по идее, должны его победить. Жесть, толстяк. Так. Хватит лазером пуляться. Кстати, он меня ни разу лазером не попал. Вот это я от него ухожу. Круто. Оп. Все, отлично, вижу еще, ребята, еду. Давай прям в него так. На. О, отлично. Смотрите, у него уже 60 жизней. Он блюет, смотрите. Жесть, он толстый. Это гордито. Гордито какой-то, ребят. Так, давай вот так вот. Давай, гордито. Мне еды еще давай, чтобы я тебя покормил. Так. Ага, вот вижу. Мне, похоже, даже нажимать не надо. Она, смотрите, сама появляется. На. Еще, ребят, два раза в него закинуть, и, в принципе, будет уже все нормально. Смотри, блюет. Блеванул. Так. Что у нас тут по еде? Давай еще еду кидай. Так. Давай вот так вот нажимаем. Может быть, все-таки... Давай попробуем не нажимать. Может быть... Во, видите, она все равно выпадает. На. И еще один разок, ребят, смотрите, он сейчас блеванет. Где он? Вот. А если я... Воу, нифига себе, сколько дамажит. Я встал в его блевотину и получил люлей, ребят, смотрите. Процентов 20 где-то выносит, да? Да, нормально он все-таки урона наносит. Так, давайте просто побегаем тогда. Во, еду подождем. Реально, смотрите, я даже не нажимая... ребята, я победил этого босса, смотрите. Она недовольна. Я не знаю, как его называть, мега бекониха. Жесть, смотри, что она там делает. А, стенку сломала, типа, да? А, так, а здесь какая-то награда.
Чё? Нет, я не хочу с тобой снова драться. Я пройду дальше. Уф. Ребят, я прошел дальше. Подожди, это дальше же я прошел? Или наоборот, я вернулся? Нет, это я дальше прошел. Это я куда-то дальше прошел. Тут уже у нас посерьезнее, смотрите. Какие-то бекончики и... Ну, типа, да, вот, ребят, смотрите, чтобы пройти дальше, 22 надо нам не тысячи, а миллиона, 22 миллиона. Так, ладно, давайте попробуем вот так вот фармить. Тут, кстати, есть, смотрите, такая кнопочка «Спавн нубс» за донат. Мы с вами вот так вот нажимаем, и сейчас, смотрите, нубы будут спавниться около меня, ребят, чтобы на АФК было фармить проще. Что-то, кстати, смотри-ка, нубы появляются около меня, он зачем-то убегает к дальнему. Давай, давай, давай. Вот, все. И все равно к дальнему убегает. Ну, тут, в принципе, ребят, смотрите, 22 миллиона осталось накопить. Мы с вами получаем по 300 тысяч. Накопить, в принципе, недолго, да? Так, а что это? Смотри, он всех подряд бьет. Ты давай-ка это, что-нибудь делаешь. Ты что делаешь? Что он делает? Смотри, ребят, на автопрокачке что-то он вообще с ума сошел. Чё, давай-ка я автопрокачку уберу. И сам попробую вот так вот всех вот этих нубов убить. Что-то он тут натворил. У меня, кстати, ребят, смотрите, есть сила. Я могу замораживать, вы, наверное, заметили. Так, подожди, а что их так много стало? Я не думал, что их так много будет. Я когда фармил, их не так много было. Так, давай, ладно, попробуем. Потому что, ребят, смотрите, они жирные. И чтобы одного хотя бы добить, надо очень сильно постараться. Вот. Чё? А, все, они исчезли, да? Все, теперь, в принципе, можно поставить вот так вот авто... атаку, и я думаю, сейчас они как бы это нормально будут спавниться, потому что когда их много, это, наверное, когда много силы, и когда уже с одного удара уничтожаешь, прикольно, да. А так, ребята, я даже не успеваю их убивать. Так, что-то долго он меня бьет, все-таки вручную, мне кажется, быстрее. Пам-пам-пам-пам-пам, давай уничтожайся, все, отлично. А, еще одного надо убить. Еще одного надо уничтожить. Давай кого-нибудь попроще, что-то этот жирный слишком. Давай вот этого. Того миллиард, а то, ребят, жесть, они тут толстые, реально, смотрите, по 600 миллионов силы. У меня 20 миллионов, сейчас будет 22, и мы с вами пройдем дальше. Надо будет сейчас по телепорту посмотреть, сколько мы с вами еще локаций не открыли. Потому что очень интересно посмотреть, что там будет в конце-то, а, ребят? Так, давай, пам-пам-пам-пам. И я не знаю, может быть, попробую я даже в топ попасть. Вот, смотрите, локация у нас открыта. Пам-пам-пам-пам-пам. А, так, за миллион, смотрите, тут у нас крейт. Так, и кто у нас тут? Так, ну я не знаю, вот этот самый крутой, но он вроде как какие-то бомбочки призывает, да? Так, а сколько нам надо? 40 миллионов, ребята, чтобы попасть, смотрите, дальше. Обалдеть, слушайте-ка, 40 миллионов, у меня 22 миллиона. Давайте врубим вот так вот автопрокачку, тут у нас 500 миллионники, в принципе, мы будем их быстро уничтожать. Так, а давайте-ка посмотрим, что у нас тут по юнитам. Этих, кстати, юнитов, смотрите, до сих пор очень мало. Х2 силы у меня, кстати, активно. Больше я даже не знаю, что мне можно приобрести. Типа, я не знаю, какого-нибудь... Вот этого бы еще, либо вот этого, но сложновато их будет получить. А давайте, знаете, что попробуем? Сейчас я попробую поставить вот этого, ребят. Может быть, мы будем побыстрее уничтожать беконов. Так, это у нас монеты и головы. Ладно, давайте его оставим. Вот этого давайте уберем. Наверное. И попробуем вот этого поставить. Ну-ка, может быть, он посерьезнее. Вот, смотрите, Big RPG Noob. Так, что ты бьешь? Кого ты бьешь вообще? А, он что-то на месте встал. Так, ну давай посмотрим. Ракетки. А, ну слушайте, кстати, неплохо. Ракетками он бьет. Ну-ка, давай посмотрим еще раз. Давай ракетку запускай. Во, слушайте, неплохой урон. А ну-ка вот. Жесть, ребята, вы видели? Это же имба. Я... Смотри, с одного удара он уничтожает. Обалдеть. Смотри, что творит. Мы сейчас вообще быстро с вами накопим. Давай. Еще бей. У меня, кстати, их несколько. А давай-ка мы сейчас, знаешь, что? Еще сейчас с вами такого же экипируем. Вот такого, да? Давайте вместо, например, вместо вот этого можно так-то убрать на самом деле. Или X5. Давайте монетки уберем. И вот этого еще одного экипируем, ребят. Ну-ка. У меня же их двое все-таки. Давай вот так. Пам-пам-пам. Давай.
Вот. Атака произошла. Так, а если я давайте спавн, ну, попробую сделать. Ребят, сейчас мы с вами 40 лямов вообще быстро накопим. Давай. Спавн, ну. Давай, давай, давай. Вот этого давай уничтожайте. Стреляй. Че не стреляют-то? Вот, выстрел прошел. Давай, 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 выстрел. Во, ребята, я нашел крутого юнита, который... Не юнита, точнее, а питомца, да? Который просто, смотрите, ваншотает. Давай, 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 ваншоты, ваншоты, давай, раздавай, раздавай, ребята, ну мы сейчас с вами пройдем. Смотрите, уже 30 лямов. Давай, давай, давай. Вот этого уничтожай, сейчас будет 31 уже, ребят, смотрите. Блин, если бы у них откат был быстрый, да, было бы еще круче. А так, ну, я типа нормально, смотрите, все равно коплю уже 32. Вот так вот можно всех вообще зацеплять. Ну, кстати, смотрите, у нас есть как бы время, как, ну, когда спавнятся нубики, видите, да, смотрите, 6 секунд осталось и все. Они больше не будут спавниться. Давай, 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 вот так вот, всех, всех, всех уничтожаем. Все, они исчезли. Придется с этими тогда теперь разбираться. Давай, 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 давай. Ну, скорее всего, мне надо, наверное, оставить одного только, ребят. Потому что, смотрите, они вдвоем стреляют. Сразу вдвоем, и то есть не по очереди. А одновременно. И откат у них одинаковый. А урон, ну, типа, все равно с одного удара уничтожают, да? Давай, 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 давай. Иногда даже, смотрите, я почти сам добиваю уже. И только они потом производят свой выстрел. Вот, выстрел произошел. Ну, остается немного так, смотрите, меньше 4 миллионов. И быстро накопили так-то. Ну-ка, я на сервере, не самый сильный. Тут есть чувак, у которого 80 миллионов, ребят. Так, отличненько, давай пошли дальше. Тут так-то они быстро появляются, да, вон в той локации. Давай вот сюда все-таки. Пам, уничтожен. Давай, 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 теперь этого. Кстати, я становлюсь, смотрите, больше. Мускулистее. Давай, давай, вот этого надо. Миллиардника, с него больше всего дают. Давай, во. И остается полтора, ребят. Все, мы сейчас с вами пройдем. Давай, вот этого. Вот этого давай. Давай, 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 уничтожай его. Отлично, отлично, ребята. Все, мы сейчас с вами пройдем. Вот этого убиваем. Нет, еще одного надо. И еще одного, давай вот этого. Все. Мы с вами разблокировали, смотрите, 50 миллионов надо. Мы сейчас полетим куда-то с вами, смотрите. Окей. Это у нас сейчас будет продолжение где-то в космосе, походу, да? Видимо, эта Беконесса сидит у нас где-то в космосе, ребята. Ее надо найти. И наказать хорошенько. Так, ну, сейчас посмотрим. Смотрите, ракета летит. И... Так, а куда она летит? Не понял. О! Лол. Мы взорвались и упали на землю. Серьезно? Это какая-то башня беконов. Снова? Так, а что? Мы с вами на каком-то острове. О, вот она! Она убегает от меня куда-то. Смотрите, телепорт какой-то. Типа не догоню ее, ребят. Смотрите, смеется надо мной. Так, ладно, давай попробуем туда пройти. Ну-ка. Я хочу сюда телепортироваться. Это она, ребят, это босс. Жесть. И чё, как мне с ней драться? Иди сюда. Ай-яй-яй, чё, как мне с ней драться-то? Как драться-то? Ай-яй-яй, чё, как драться-то? Я к ней подойти даже не могу, ребят. Я к ней подойти даже не могу. Что делать-то? Она, наверное, сейчас сама ко мне подойдет. Ну, я так думаю. Так, и чё? Подходишь? Нет? Так, или может отсюда? Нет, я не могу просто пройти. Тут невидимая стенка, ребят. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я, может, стол могу сломать? Так-то звуки какие-то есть. И чё? Чё делать-то? Иди сюда. Я не могу ее победить, ребят, никак. Ну и чё, ладно, вот я отошел. Или чё, чё ты мне скажешь? Я чё-то не пойму, ребят. О, кто-то меня в чатике узнал. Эй, чё происходит? У меня что-то жизни, ребят, кончаются. Так, как мне к тебе подойти-то? Возможно? Пока еще рано мне к ней. Давайте попробуем выйти. Ага, я не могу выйти.
О, беконы вон вылазят, смотрите, мелкие. И чё, я их победил? А, вот как мне надо побеждать. Смотрите. Я уничтожаю беконов, и у нее жизни кончаются. Она кидается этим маленьким бекончиком. Я даже их не заметил. Серьезно? Ну-ка, иди сюда. Так, минус. Нормально, видите, все-таки у нее жизни кончаются. Так, кто такой? Ты кто такой? Пошел вон. О! А вот теперь, ребята, я ее уничтожаю. На тебе! Она упала. Ага. Мы ее опрокинули, да, со стола? Надо еще раз так сделать. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, опять атаки пошли. Опять пошли атаки, атаки, атаки. Мы от них уворачиваемся. Так, где бекончики? Давай бекончиков. Ага, вот бекон. На-на-на-на-на-на-на, тебе, вот. Мы обратно, смотрите, закидываем ей же беконов. И из-за этого она, вон, смотри, пам. Типа принимает на себя удары этих беконов. И вот, смотри, сейчас опять упадет. Нет, не сейчас. Наверное, вот сейчас. Давай, 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 давай. На. Нет, нифига, смотри-ка. На тебе. Вот так. Вот. Так, ну, за этот раз, наверное, мы ее не уничтожим, да? Но постараемся. Нет. Во. Иди сюда. На тебе. На тебе. Во-во-во, нифига на мне. Она меня чуть не убила. Смотрите, сколько у меня жизни. Я победил ее. И чё, это конец, интересно? Ну-ка, давайте попробуем вот этот спин нажать. Мне, кстати, здесь редко ничего пока еще не выпадало. Free chest. Давай вот этого. Big, big, big. Супер нуб. Давай супер нуба. Нет, x2. x2 к головам. Окей, ладно. А, я еще раз могу? Не, еще раз не могу. Так, что происходит здесь? А, она убежала. Она пытается убежать куда-то в другое место? Реально, она в какое-то другое место убежала. Подожди. А-а-а, вон оно чё. А-а-а, вот сейчас надо 100% куда-то в космос лететь, ребят. Потому что, смотрите, она куда-то улетела. А вопрос, куда? На Луну. Она улетела на Луну, ребята. Так, окей, это что такое? А, это мой... Такой был этот питомец. Так, подожди-ка, все. Босс, мистер... Честнут. Так, окей. Так, и что мне делать теперь? Как мне ее найти? Либо это все уже, типа я прошел полностью игру. Скорее всего, ребята, это полное прохождение, я думаю. Смотрите, мне до перерождения остается всего ничего, да? Давайте мы с вами... так, ну давайте вот сюда попробуем мы с вами переместиться. Докачаем сейчас с вами 50 миллионов и попробуем сделать перерождение, я думаю, да? Типа, смысл нам к ней идти, я не знаю. Типа, еще раз уничтожать, да? Давайте вот здесь сейчас попробуем пофармить. И, так, тут остается, смотрите, 9 лямов мне, да? И посмотрим, что вообще за перерождение-то будет. Очень интересно. Тут, получается, ребята, история-то не закончена. Это пока на релизе только столько, да? И, ребята, в будущем будет у нас обновы, как в Мега Нуб первом, да? Эта история не закончена, ребят. То есть она от нас сбежала. Вопрос только куда, неизвестно куда. Так, давай, пока вот так вот уничтожаем. Ну, интересно посмотреть, здесь есть топы какие-нибудь, ребят? Я, скорее всего, в топ не вхожу. А, тут вот у нас чел какой-то есть, у него стоит 4 миллиона. И 5 перерождений. Вот он, скорее всего, в топе. У меня в топе 100% нет, но, в принципе, можно попробовать попасть, да? До следующего обновления прокачаться, полностью здесь все получить, ребят. А так, смотрите, в принципе, мы с вами играли не так долго, чтобы пройти полностью игру. И, да, прикольно. Мы с вами сейчас давайте попробуем все-таки сделать перерождение. Очень интересно, ребят. Там же все-таки у нас есть какие-то еще крейты, которые мы с вами за реберт токены получаем, да? Так, давай, вот это взрывай. Взрывайте. Во. И вот этого давай клоуфиша тоже мы с вами сейчас уничтожим. Отлично. Вот, а нет, еще не могу, да? У меня разблокированы просто новые предметы. Давайте сейчас, кстати, еще сбегаем и посмотрим.
А, что там у меня за голову можно еще приобрести, да? Надо сначала за голову что-нибудь приобрести, а потом сделать реберт. И посмотрим, как раз у меня исчезнет все или нет, ребят. Ух, нифига себе он мне штангой по голове ударил. Так, давай вот эту штучку уберем. И давайте все, ребята, докачали мы. Все, я сделал 50 миллионов. Давайте мы с вами телепортируемся в домашнюю локацию, да, home base. И давайте посмотрим, чего мы тут с вами можем себе сейчас приобрести. Так, скины. 400 тысяч у нас есть. Мы с вами можем приобрести, ну, как бы вот эти вот все. Давайте приобретем, которые можем, да. Вот давай вот этого. Ну и, в принципе, тут сам крутой. Вот он, Darkness Warrior. Давайте мы какого-нибудь экипируем. Скин, давай вот этого, например. Гладиатор, ребят. Я гладиатор стал. Так, и мой нуб, кстати, вот damage, смотрите. Можно посмотреть все характеристики. Тут у нас аксессуары. Давайте вот сюда пробежим, посмотрим. Тут у нас тоже всякие штучки, но я типа могу вот усики себе приобрести. Давайте мы... А ну, тут у гладиатора не видно их будет, ребят. Я как бы их вот так вот надену, но их не видно, потому что у меня шлем. Так, тут у нас пауэры. Я, конечно, не накопил. У меня только вот заморозка есть, ребят. Надо будет накопить обязательно на другие пауэры. Тут у нас... так, Black Market. Окей. Давайте делаем перерождение, ребят. Перерождение. Я теряю Strange, коины, Heads. Так, коины, кстати, можно потратить, да, еще? И rewards я получаю, смотрите, ребят, 1 и 1. 10% всего лишь я получаю к прокачке, ребят. Чё-то прям жестко, слушайте. Да. Перерождение-то я не знаю. Ну, а локации вроде как будут открыты, да? Давайте попробуем, ребят. Ладно, коины мы с вами, если что, потом нафармим. Давайте делаем перерождение. Я снова стал маленьким. Я снова стал малюська, ребят. Вот такой вот малюська. Ну и давайте попробуем телепорт... Ага, попробуем телепортнуться. В итоге у нас все закрыто, ребят. И мне надо фармить все заново, да? Вот тут, кстати, смотрите, coming soon. Прикольно, смотрите, какая-то... Ого! Тут типа на звезды, смотрите, смотрите, какой телескоп большущий. Там он у нас PvP будет. Так, ну и получается, вот они топы, ребят. Топ игрок 2 миллиарда, ребята. У меня было 50 миллионов. Давайте посмотрим. Я, наверное, был в топе 100%. Да, вот, ребят, смотрите. Я на 26 месте в топе. По нуб-киллам я, наверное, ну, скорее всего, вряд ли в топе, ребята. Потому что... Я не так много нубов убил, но получил очень много силы, потому что у меня есть и бусты, и, конечно же, еще мои питомцы. Вот по ребертам, кстати. И по ребертам я тоже в топе есть, ребят. Давайте посмотрим, на каком месте. Ну-ка. Ну, я только сейчас сделал, возможно, топ еще не обновился. Да, ребят, смотрите, меня пока нет, но я где-то в топ-40 нахожусь. Вот, кстати, сейчас обновился. Давайте посмотрим сейчас. Я, наверное, уже тут есть. Ну-ка. Так, так, где? Где я? Где? Нет, меня еще нет, ребят, пока еще не обновился. Окей, давайте пойдем дальше. Ну, слушайте, игра прикольная. И так, вот, я сюда могу дальше пройти, да, уже. Вот то, что по ребертам, конечно, ребята, чтобы 100 миллионов теперь надо, ребят, смотрите, чтобы сделать реберт. Как долго я буду качать сейчас 100 миллионов, вопрос. Но так-то, по идее, смотри-ка. С одного удара сейчас выношу всех. Вот клоуфиш, ну-ка, на тебе клоуфиш. Ну, слушайте, я и стал больше, смотрите, уже. Типа, ну, вроде как прокачиваемся мы намного быстрее сейчас. Ну, у меня пэты потому что есть, ребят. С пэтами, само собой, проще, да, и смотри. Пам, просто пробегаем вот так. И идем сразу в другую локацию. Так, а куда другая локация? Это вот здесь, что ли, уже? Мы с вами идем дальше. Вот так, оп, телепортнулись. Вот сюда идем. Подожди, здесь? Нет, не здесь. Вот сюда. Туда же дальше надо. Так, это у нас второй. Вот здесь вот. Вот здесь вот надо сломать нам с вами. Vulcan Base. И, ну, кстати, локации не сильно-то поменялись. Именно название. И посмотрим, что будет дальше, ребят. Вон она, это здание. Вон там, где тусит у нас Биконесса. Это я буду так называть, Биконесса. Вот, смотрите. У меня уже 25 тысяч. Сейчас... Так-то вообще быстро справляемся. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, тут, походу, нам, чтобы попасть дальше, наверное, опять вот эту штуку надо проходить, да? Наверное, я так думаю. Ну, сейчас посмотрим. Давайте вот так, оп. Я могу пройти. Так, прощёль.
Да, вот сюда прошел уже дальше. Ну и вот такими темпами, ребята, сейчас мне надо снова дойти до конца. Зато как мои пэты помогают мне, ребят. Смотрите, я все сейчас пройду уже дальше. Пам-пам. Смотрите, как классно. Вот этих пэтов, ребята, если у вас есть возможность, получайте. Надо было мне в самом начале сразу их экипировать. Потому что, смотрите, это жесть. Я, оп, прошел дальше. Все, смотрите. Че, мне опять с ней драться, что ли? Нет, мне опять драться с этим? Нет, ребята, опять то же самое, жесть. Ну ладно, ребят, давайте посмотрим, что будет у нас дальше, как эта игра развиваться. Всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока.